Привет. Ну чё ты, приуныл? Как-то так оно все медленно двигается, ничего не происходит, и настроения нет, и приуныл. Ну какие там у тебя проблемы? Рассказывай. Ну, во-первых, наверняка паришься, что занимаешься дизайном уже какое-то время, а все еще не завоевал мир, все еще не стал самым лучшим дизайнером на планете, да? Ну или наверняка смотришь работы других дизайнеров, сравниваешь себя с ними, думаешь, ну я, конечно, не такой классный, ну мне до этого уровня, когда небо, ну и вообще что-то я как-то не очень. Или критики достается, сидишь, работаешь, а потом заказчик или друзья или коллеги разбивают твой дизайн чуть ли не в пух и прах, как будто прям все не так и все сделано хреново. Ну или вот это. Когда список твоих задач о том, что нужно сделать или выучить, он размером примерно где-то на две жизни. И ты такой нет-нет, а уже периодически где-нибудь и какие-нибудь не дизайн вакансии полистаешь. Нет-нет, а посмотришь, как там, куда там можно эмигрировать и чем там можно заняться. Кем там, барменом, официантом, что-нибудь еще, да? Знаю, приуныл. Так бывает. А помнишь, как все начиналось? Помнишь вот эти вот все мысли о том, что это такая невероятная, классная, творческая профессия, буду работать только с теми проектами, которые сам себе выберу, с которыми захочу работать? Или вот эти влажные мечты о разных странах, о работе с ноутбуком под пальмами и так далее. Много-много мотивации, много-много стремления. Куда же все это делось? Куда же все это растерялось за такое, казалось бы, непродолжительное время? Все это затмилось, друг мой разлюбезный, двумя важными факторами, о которых я и хочу с тобой поговорить в этом видео. Знаешь, с чего все начинается? Все начинается с ожидания завтрашнего дня. Ты постоянно чего-то ждешь, постоянно каких-то благоприятных, невероятных условий, которые вот-вот наступят, и раз не завтра, то послезавтра так точно. Например, не знаю, MacBook, да, без него же делать дизайн совершенно невозможно. Или стул у тебя неудобный, и ты все время почему-то об этом думаешь, вот, нужно поменять стул, нужно заменить стул. Или, я не знаю, любые факторы, которые можно себе представить. То у тебя там жарко, то еще чего-нибудь. В общем, тебя постоянно что-то отвлекает. Вот это вот отвлекает, это прям мое самое-пресамое любимое. А знаешь, что единственные люди, которых по-настоящему что-то в жизни отвлекает, это мамы в декрете. У них full-time работа с ненормированным графиком. И у нас в школе Тильды таких много. И они же как-то умудряются учиться, делать домашки, развиваться, двигаться вперед. А знаешь почему? Потому что они не живут ожиданиями завтрашнего дня. Они делают максимум из того, что могут, для того, чтобы завтрашний день был лучше. Почему ты постоянно ждешь благоприятных условий? Ты же понимаешь, что теперь это вполне конкретная причина, по которой ты топчешься на месте. Ты официально себе разрешаешь ни хрена не делать, ну потому что сегодня погода нелетная. Не делай так, делай максимум из того, что ты можешь именно сегодня, в это мгновение. Просто сядь и получи удовольствие от того, что сделаешь какой-нибудь новый классный блог для своего сайта, портфолио. Или сядь уже, не жди, не откладывай и начни предлагать всем своим знакомым и их знакомым сделать им сайт, потому что ты умеешь это. И нет никаких причин, почему бы ты не смог этим заняться сегодня, а не завтра или послезавтра. А что если вот эти самые благоприятные условия не наступят? Что если самые благоприятные условия прямо сейчас, а ты их просто тратишь на унылое ожидание? Слушай, я не мотивационный спикер, я не какой-нибудь там очередной инфо-цыганин с марафоном достижений или какой-то подобной хренью. Я точно такой же дизайнер, как и ты. И я прошу тебя, действуй сегодня. Это самое лучшее, что ты можешь сделать для себя завтрашнего. И второй важный фактор, по которому ты приуныл, это завышенные ожидания от себя. Тут на самом деле все просто. Ты начинающий. Так, сделал пару-тройку, ну, пяток там каких-нибудь сайтов. У меня есть один вполне конкретный вопрос. Насмотревшись и нахватавшись разных референсов именитых дизайн-студий или топовых фрилансеров, с чего ты взял, что ты раз и сделаешь точно такой же офигенный сайт? Ты представляешь вообще себе, какой путь прошла эта студия или какой-то крутой дизайнер для того, чтобы ты увидел эту работу на Behance или эта студия получила какую-нибудь ачивку, какую-нибудь награду? Это длинный, сложный путь проб и ошибок. Тогда
Тогда скажи мне, почему ты требуешь от себя невероятного и потрясающего дизайна за 1.5 часа? Откуда берется вот эта жажда наживы, жажда быстрых результатов с минимальным вложением сил? Вот это и есть прямой путь к неудаче. Потому что твое сознание в голове рисует один дизайн, а в Фигме получается совершенно другой. Что нужно делать? Очень все просто. Перестань требовать от себя многого сразу. Я у нас в школе Тильды очень часто привожу такой пример становления человека. Новорожденный только лежит. Потом учится переворачиваться, потом учится становиться на четвереньки, потом учится сидеть, потом учится ползать, потом учится стоять, потом учится ходить и только потом начинает бегать. Новорожденные ни при каких обстоятельствах, ни при каких сложившихся звездах не могут бегать за пивком на 3-й месяц после своего рождения. Так почему ты требуешь этого от себя? Не надо, не делай так. Двигайся постепенно, шажочками, поменьше обращая внимание на кого-то другого, что там у них происходит и что они делают, и побольше обращая внимание на себя, и побольше сравнивая себя сегодняшнего с собой вчерашним. Видишь прогресс? Отлично. Сдерживай свою ненасытную гиену, требующую быстрых результатов, и спокойненько, планомерненько работай дальше. Вообще, я хочу сказать, что слово «спокойненько» — это одно из самых важных слов в лексиконе любого дизайнера. Это профессия спокойных, усидчивых ребят. Запомни, что усидчивость всегда побеждает талант. Да, ты в жизни можешь быть человеком с шилом в жопе. Ты можешь объездить 800 стран, можешь сменить 6 миллиардов профессий разных в своей жизни. Но когда ты оказываешься перед экраном, должен выдыхать, делать все максимально плавно, спокойно и точно. Дерзай. Обнимаю тебя. Иди сделай что-нибудь классное.